Добровольцы-пожарные со всей республики в минувшие выходные соревновались в мастерстве. Ежегодные республиканские соревнования прошли в поселке Урмары. Огонь, вода и медные каски. Эти люди не понаслышке знают, что такое чрезвычайные ситуации и как найти выход из самых сложных положений. Все потому, что они добровольно пополнили ряды пожарных. Тушение, оказание первой помощи, устранение последствий автомобильной аварии. Все это стало испытанием для пожарных добровольцев со всей Чувашии. Каждый год мы проводим такие мероприятия. Они нужны. В первую очередь, наверное, показать свои навыки, умения и немаловажно то общение, которое происходит между вами в период этих соревнований. Доброе такое, позитивное общение. Ну и, наверное, это символично вдвойне, что мы проводим эти мероприятия на урмарской земле, которая богата традициями пожарной охраны. Очень много выходцев с урмарской земли работает, ну и работало. Будут, надеюсь, что еще и будут работать и служить в нашей системе. Позже силу и ловкость волонтеры продемонстрировали и в других состязаниях. В конкурсе по перетягиванию каната, игре в дартс, товарищеском матче по мини-футболу. Результаты команд определили итоговый расклад. Первое место взяли жители села Шаркистры. Добровольцы из села Хадара оказались на втором. А завершили тройку лидеров жители Хармалинского сельского поселения. Юлия Важенина, Республика.